Илья, привет. А ты чего сегодня такой нарядный? Аня, вообще-то я сегодня твой спутник. Не благодарим. Ну, тебе подходит роль корреспондента, а спутники я нашла поинтереснее. Пойдем покажу, тебе тоже понравится. В средней школе номер 17 города Новый Уренгой ожили идеи юных изобретателей. Участники из 5 ямайских городов собрались вместе, чтобы дать волю инженерной мысли и создать спутниковую антенну для приема снимков из космоса. В дальнейшем это поможет решить актуальные проблемы нашего региона, все благодаря профильной смене от Арктикума оперативный спутниковый мониторинг. Чего добьются дети, учащиеся в этом проекте? Ребята смогут познакомиться с полным циклом от приема спутниковых снимков до мини-проектов, которые будут являться прообразами настоящих промышленных проектов. Нравится ли вам строить спутники? Конечно. Наша команда называется Кассиопея. Мы пришли к этому варианту, так как нас 5 членов команды, а Кассиопея — это созвездие из 5 звезд. Благодаря таким сменам летом этого года у меня появилась возможность побывать на запуске настоящей ракеты. Основы космической съемки, зондирование Земли, сборка антенн и создание научного проекта – все это уместилось в профильной смене. В этот раз первое место у команды Кассиопея 17-й Новоуренгойской школы. Работы ребят станут прообразами настоящих промышленных проектов. И когда-нибудь такие проекты станут толчком для достижения новых научных горизонтов. Анна Пантелеева, Илья Постников, Ангелина Богачева, Ямал Клик. Специально для информационного агентства «Импульс Севера».